Так. Что это вы делаете? Что, лутаетесь? Серьезно? Странно так сидят. Оп. Так, один пошел. Угу. Что? Ящик буду лутать? А, нет. Это что-то пошел. Сел там. Так, второй подошел. Что-то. Оп, открыл ящик. Что-то лутает. Ага, так. Что там? Оп, что-то, ну, смотрю, второе оружие добавилось. Ага. Да, он взял дробовик. И что-то. И чё? И всё, да? Так, второй куда там пошёл? Где ты тут? Непонятно. Ага, вот второй тоже повторяет за ним. Так, давайте посадим, куда он там пошел. Так, ага. Так, куда ты? Чего? Серьезно? Как он там? Нормально, удобно так? Сидят такие, уткнулись в этот ящик. Твоем. Так, и чё? Оп. Так, что-то, оп. Поправил там что-то мне. И дальше пошел. Ага. Так. Так, целеустремлённый какой-то идиот. Чё? Пытаться будешь? Серьезно? А, не. Так, это за ним повторяет. Повторюшка. Так, сел. Встал. И пошел. Так, мне стало интересно, если честно. Какие-то странные боты. Если честно, впервые вижу, что боты так устались. Не знаю. По-моему, вроде, судя как я слышал, что они лутаются, но воочию вижу такой впервые. Так, первый там что-то, ага, положил что-то. Вышел оттуда. Ага, теперь второй. Пошел. Пошел что-то туда. Такие агенты, блядь. Так, что-то. Ага, взял. Что-то и пошел. Что-то заначки-то какие-то или что? Не пойму. Ой, блядь. Что-то первое идет так старательно. Так, что это там? Куда ты там? А, что-то. Собрыва будешь прыгать? Оп, что-то. Что за танцы? Обряд какой-то, блядь, совершил. Так, ага. И пошел. Идет, идет. Отлично. Там напарник поспевает. Опа, что это такое? А-а-а. Нифига себе. Чё, каждый ящик посмотрим. А, это просто халыш. Понятненько. Ну это, блин, очень интересно, слушайте. Это хорошая фича. Надо взять на заметку. Так вот, будь за ботиком проследишь, а авось какой-нибудь ящичек найдешь. Кустах, который не заметил. Прикольно. И чё? И они вот вдвоём его теперь обсасывают, да? Прикольно, прикольно. Так. Ну и куда теперь ты идёшь? Ага. Напарник ещё не закончил. Потопал, потопал. Там где-то ящики еще лежат. Давай. Выведи меня на хороший лут. Опа! Что это? Что это?
А это свита, да, это свита. Ощущение, как будто как отсюда откуда-то. Титр, да, стрелял ты. А, вот, я понял. Так. Свита, ребят, кто не знал, свита сразу распознает дикаря. То есть какой-то чужак. Распознает чужака, короче. Сразу начинает орать, стрелять. Так что отпускай мне. Да блин, ты замахал. На, держи аптечку. Сразу распознает тебя чужака и все, начинает тебе палить. Ее не удастся просто так одурачить. Да еще те хитрые. С ними надо поаккуратнее, ребят. Они с одного опыта тебя забрать. Просто голову с одного патрончика на и отправляешься в обед. Так, ну вроде все. Оу, да отвали ты нафиг. О, да, эти уже сагрились, короче. Все, у меня раскрыли, короче, ребят. Такой вот видос, ребят. Получился. Просадил, так сказать, за патрулем. Мне показалось это интересным, в принципе. Где ты там стреляешь, ты? Где-то... А вот, все вижу. Там умри ты. Ну это просто, видать, это просто видосик такой, ребят, познавательный. Просто стало интересно поведение ботов. Так что пишите, что думаете. Буду всем рад. Ну все, давайте, счастливенько. Теперь вообще, конечно, грозное лицо, блядь. Такой на умняке, да? Чё ты? Чё, обиделся, что ли? Да погоди, я не хотел. Вернись, давай поговорим. Пожалуйста. Куда обиделся?